друзья, мы на канале Boston Technic, меня зовут Роман, и сегодня на обзоре у нас новое поступление, это трактор Беларусь МТЗ-80 2001 года, давайте посмотрим его поближе. Данный трактор прошел полную диагностику. Резина вот в таком состоянии. Моторный отсек. Нету течи. Задняя резина в таком состоянии. Протектор порядка 70%. Задняя навеска полностью комплектная. ВОМ работает без нареканий. Здесь также абсолютно сухо. Давайте посмотрим кабину. Как вы видите, кабина сохранилась в хорошем состоянии для своих лет. Все перешито. Друзья, данный трактор и много другой техники можно приобрести по адресу город Волгоград, улица Историческая, 183.